Когда диплом гарантирует работу. Одесская юридическая академия выпустила молодых специалистов. Особенность этого вуза в том, что практически все его воспитанники уже трудоустроены. Как им это удается, разбирались наши корреспонденты. Юристы, адвокаты, прокуроры, политологи, социологи. Чтобы освоить эти специальности, молодые люди упорно трудились 6 лет и сегодня примеряют магистерские мантии. В Национальном университете Одесская юридическая академия выпуск. Екатерина Столяр приехала учиться из Черкас. Теперь возвращается домой не просто с дипломом в кармане. Проходя практику еще на 5-м курсе, мне предложили место работы в главном территориальном управлении юстиции Черкасской области. Особенность нашего университета состоит в том, что все выпускники не могут быть 100% уверены в том, что они будут трудоустроены в будущем. Дипломы магистрам вручает лично президент университета, народный депутат Сергей Кивалов. Уверяет, если не 100, то 90% выпускников, покидая стены академии, действительно обеспечены работой. И подчеркивает, вуз принципиально принимает такое количество абитуриентов, которое сможет трудоустроить. Меня иногда спрашивают, а как вам удается трудоустроить выпускников? А мы заключаем договора с многими центральными органами власти, допустим, Пенсионным фондом, и с Министерством юстиции, и с Генеральной прокуратурой, и Министерством внутренних дел. Мы это делаем, потому что нужны сегодня всем хорошие специалисты. И если они конкурируют в этом направлении, значит, они будут востребованы. Если они получают хорошие знания, значит, они будут трудоустроены. Магистрами сегодня стали 1500 парней и девушек. Причем большинство из разных областей Украины. От Тернополя, Львова до Херсона и Харькова. Поздравить выпускников пришли преподаватели и гости. Вот те специалисты, которые выпускаются сегодня, при всех разговорах о том, что вроде юристов в Украине много, это именно те люди, которые действительно, я уверен, могут сделать качество украинской юриспруденции, украинского права выше. И не хочется пожелать им профессионального успеха, личного успеха. И я уверен, что если будет успех у этих молодых ребят, будет успех и Украины. Групповое фото на память вместе с президентом Сергеем Киваловым, и магистры отправляются применять полученные знания на практике. А университет уже готовится принимать новобранцев, выпускников школ, которые решат поступать в Одесскую юридическую академию. Константин Редин, Вячеслав Никифоров. Подробности, телеканал Интер, Одесса.